Здравствуйте, с вами «Практические советы» от Евдокии. Сегодня я вам расскажу, как при покупке отличить платану от бананов. Платану значительно больших размеров, чем банан, и имеет более толстую кожуру. Для того, чтобы приготовить платану, разрезаем платану по грани и отделяем от кожуры. Спелый платану отделяется очень легко. Зеленый платану необходимо разрезать в нескольких местах и отделить от кожуры. Для обжаривания можно разрезать платану несколькими способами. Также платану можно отварить на воде. Он разрезается таким образом. Так выглядит вареный и обжаренный платану. Платану можно подавать к мясу или рыбе, а также как самостоятельное блюдо.